Привет всем, кто меня смотрит. Продолжаем нашу эпопею с характеристиками. В этом видео давайте сделаем бонусы, отображение бонусов в виде виджетов, как это сделано у армор бонуса. Да, у нас здесь где-то есть инициализация, да, вот бонус кит, да, и вот webbox armor бонус, туда вставляется виджет бонусов брони, да. Вот сюда же мы сделаем виджеты бонусов оружия и бижутерии. Поэтому нам нужно сделать следующее: нам нужно взять vertical weapon бонус, да, точно так же как armor бонус мы его делаем переменным. Выносим сюда и заходим в инициализе Storage Slot Tooltip. Здесь нам нужно создать еще одну переменную, которая у нас будет webbox weapon бонус. Значит, вытаскиваем ее. Ну, можно сюда в промежуток сунуть, вот сюда вот засунем. Я хочу, чтобы она была повыше, вот. А точнее, даже я хочу, чтобы она была еще выше. Чтобы weapon бонус шел, потом armor бонус. Так красивее. Вот, а тут они без разницы как стоят. Так, вот у нас появился теперь weapon бонус, да? И теперь мы вот наверх сдвигаем. И втыкаем сюда. Работа сделана. Теперь давайте мы возьмем все вот это вот от оружия и переместим в отдельный виджет, который будет у нас работать так, по такому же принципу, как и виджет Armor Bonus. Вот у нас есть Armor Bonus. Вот у нас виджет. Вот делаем все точно так же. То есть с такой же кучей переменных. Вот, для отображения. Так, для этого нам нужно что сделать? Нам нужно создать виджет bonus. И открываем его. И сюда перекопируем мы все. А где там у нас? Где у нас? Вот. Вот эту вот таблицу всю, да? Вот это вот все, как она там сделана у арморов. Vertical Box, да, весь Vertical Box Armor Bonus вместе со всем содержимым, всеми корнями и их родственниками. Вот это все. Да, вот это все. Вот это все мы берем, копируем. Вот сюда, вот канвас панель удаляем и вставляем. И у нас все вот это вот теперь здесь. Теперь у нас все это здесь. По-моему, я это армор перенес. Нет, атак PvP это оружие, да. Атака, Magic Power и так далее. Значит так, бонус к атаке у нас остается, да. У нас урон есть. У нас есть урон. Значит, бонус к атаке, да. Так, у нас виджет закроем, юзаблитом закроем, армор, так, у нас, вот у нас, короче, армор, да, у нас есть левел, класс и атака, да, и бонусы там будут высвечиваться ниже с этими со всеми. Да, бонусы у нас будут высвечиваться вот такие вот, все они останутся. Только теперь они все вон там, там вдалеке. Да, то есть отсюда нам, в принципе, все вот это вот можно убрать. Здесь это все не использует, не будет использоваться. Вот это вот все. Мы туда это перекопировали, так что здесь это все удаляем. Вот у нас теперь есть виджет Weapon Bonus, и здесь у нас все это находится. Ну и, соответственно, здесь создаем также список visibility вот сюда вот для каждого горизонтал бокса,
И, соответственно, создаем тексты, переменный текст для каждого значения. Ну, то, соответственно, также с названием. Так, ну что ж, я, в общем, поехал создавать visibility. Значит, visibility, как у нас создается? Давайте, значит, сейчас. У нас тут бонус атак, да? Ой. Можно просто атак написать. Так, да. Атак, visibility. И здесь у нас есть ESLate. Visibility, вот она. Visibility, да. Она у нас instance. Editable read only. Expose on spawn. И можно, короче, можно все в этой галочке, без разницы. И у нас вот сюда вот переменная, она у нас должна быть бонус текст. То есть мы берем атак, текст, и делаем это текстом. Все, готово. Вот, visibility и текст. И на все остальные точно так же. Ну и потом вот этот вот horizontal box мы втыкаем сюда, bind visibility. А в строку текст мы втыкаем атак текст. И на все остальные точно так же. Вот на все, с такими же названиями. Вот, а я это по-быстрому сделаю, чтобы время не тянуть. И потом снова вернусь к видео. Итак, продолжаем. Значит, я все расставил. Вот они у меня все. Все точно такие же. Один в один чередуются, и все находятся здесь также horizontal box, и все имеют visibility, а значение имеет текст. Все, так, наверное, только единственное, что надо снова visibility запихнуть это, чтобы не торчало это все прям так. Visibility, visibility, ой, это нет, это текст у нас. Вот это, вот это. Ну, допихайся в текст, раз уже зацепил себя. Так. 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 Блин, сенс открывается, ничего не видно вообще. И текст еще. Вот, готово. Готово. Значит, vertical box, weapon bonus. Я не очень понимаю, что это. У нас... А, это вот это вот, ее надо отключить, переменную. Здесь она, переменная, не нужна. Здесь просто нужно visibility и текст. И все. Значит, теперь storage tooltip logic. У нас есть, да? У нас теперь webbox armor бонус и weapon бонус. Update бонус. У нас создается create armor бонус и create бонус kit. И нам нужно теперь сделать еще одну функцию, которая у нас сделает create weapon бонус. Значит, чем она будет схожа с armor бонусом? Все тем же самым. Наверное, прям, может быть, даже сюда же и воткнем. Да. Только единственное, что equipment. Давайте мы поменяем. Да, equipment. Да, мы можем, наверное, здесь прям это поменять. Switch сделать. Да. Значит. Бонус брони у нас. Это у нас weapon, да. А бонус equipment это у нас вот этот вот. Втыкаем сюда equipment. Втыкаем сюда это. Это можно убрать. И вот так вот оставить. И значит это у нас equipment. И теперь у нас берем row name. Здесь у нас это у нас armor бонус. И нам нужно точно так же вывести weapon бонус. Weapon бонус у нас
выводится, мне вот интересно. Где у нас веб-дата? Нашел. Бонус, да, у нас есть бонус. Они сейчас все пустые. Да, да, все бонусы пустые, весь урод пустой. Все вообще пустое. И тут крит шанс нужно отсюда убрать. Так, значит, делаем следующее. Weapon бонус. Вот, weapon бонус. Выводим. Get, да. Вот так вот. И нам нужно сделать точно такую же функцию, которая у нас создает виджет. Create виджет. А что там можно было? Armor бонус. Нет, armor бонус виджет нам не нужно. Weapon бонус. И вот это вот все нам нужно воткнуть. Да? Сюда. Float to data. Вот эти вот. Сколько значений, столько этих float to data надо. Вон какая у нас длинная она. Колбаса. Вот, а потом мы вот это вот засунем также в функцию. Да? Атак, атак, visibility, а это magic power. И вот так вот всю эту колбасу соединяем. И у нас идут по такому же порядку, поэтому тут можно уже не переживать. Еще две штуки осталось. Вот, ну и втыкаем сюда атак, magic power, speed, аккуратность. Вот это, HP, MP, и последнее это у нас атак PvP. Вот так, вот это все нам нужно вывести, да, вот сюда вот. То есть берем также Webbox Weapon Bonus, также вот эти вот берем штучки, они одинаковые. И сюда втыкаем контент. Сюда можно втыкнуть, а вот это все мы теперь превращаем в виджет, в смысле в одну функцию, я перепутал. Виджет превращаем в одну функцию, create weapon, вот как здесь написано, да. Ну тут тоже так назовем, create weapon bonus widget, да, только вот я пробел не ставлю. Не поставишь ты, поставят за тебя. Ах, засранец. Это называется бунт. Ах. Так, ну что ж, Warmer бонус, наверное, это также будем делать, да. Так, это мы закроем. Create бонус кит закроем. Так, да, надо теперь переименовать это все. А так, Magic Power. Так, speed. Ой.
аккуратность. Дальше у нас Magic аккуратность. Дальше у нас Crit шанс. Дальше у нас Crit Power. Avoidance. Это у нас пари. Можно так. Так, макс. Да что ж ты. Макс ХП. Макс МП. И последний у нас атак PvP. Готово. В общем, это следующий виджет, который у нас создастся, получается, да, если это у нас категория оружия. Если у нас категория оружия, то у нас будет создано это. И, значит, залезем на Weapon Data, ткнем на какой-нибудь... Сейчас мы посмотрим, кто у нас есть. Кстати, нам надо еще кое-что сделать будет. Где-то тут еще у нас создается, да? Create Armor бонус виджет. Сейчас мы его найдем, где у нас еще создается. Бонус Kit Hood. Вот. Бонус Kit Hood, в принципе, нам не нужно, да, это только арморские фишки. Значит, теперь мы заходим. У нас ничего не будет создано. Нам нужно в таблицу хотя бы хоть что-нибудь поставить в бонусы. Я не знаю, там Newbie Warp, наверное, Newbie Gladius. Бонусы. Давайте хотя бы в Gladius поставим. Ужас, как много бонусов. И пойдемте искать этот Gladius в игре. Вот для начала откроем, может, у нас где-то тут есть. Да, у нас есть тут Newbie Gladius, и мы видим результат. Да, то есть у нас класс и атака основные остаются, а вот дополнительные бонусы мы видим, да? Вот, они все есть. Здесь их нет, здесь они есть. Так что работает огромная такая тоже колбаса из этих бонусов. Вот. Это тоже, я не знаю, там, как в некоторых играх это размещают красиво в квадратиках по несколько штук. Я не дизайнер, но, наверное, придется исхитриться и сделать точно так же. В любом случае, у нас все готово. А дизайнеру, в принципе, все, что нужно будет, это только... вот это все у него уже есть, да? Все, что ему нужно будет, это только вот здесь вот сделать, навести свою красоту. Какая должна быть. Да? Ну или... Да, в общем, да. Если бонус есть, то его отображать. Так, значит, с виджетом оружия мы закончили. Значит, теперь, что касается бижутерии. Нам нужно хотя бы одну бижутерию здесь выставить на продажу. Так, шоп категория Armors у нас есть, да? У нас, то есть, должна быть еще уже бижутерия одна. Да, у нас есть одна бижутерия. И мы видим, что она у нас Neck Place. Давайте проверим бонусы на ней. Это у нас Armor. Это у нас должен быть Armor Data. Да, Armor Data. И вот она у нас. Давайте проверим, тоже поставим. Давайте по 2 единицы поставим, чтобы отличаться от остальных. Physic Magic 0. Там придется нам тоже visibility рисовать, чтобы не отображать то, что у нас является 0. Поехали. Да, вот они у нас все отображаются. У доспехов всех бонус кит на плюс 1. А здесь просто на плюс 2. Magic Dev, причем 99. Видимо, где-то я что-то не доделал. Ага. Я догадываюсь, где не доделано. Так, давайте доделаем это. Store slot tooltip. Итак, у нас
есть VerticalBox Weapon, да, с атакой, и у нас есть VerticalBox Armor. Вот у нас Magic Def, он у нас не сделан. У нас тут ничего нету. Значит, сюда мы точно так же делаем Visibility, Physic Def, если есть защита, да, и Magic Def, если она есть. Если нет, то значит нету. Значит, что нам нужно сделать для этого? Надо здесь создавать Visibility, да? Item Name. Или сделать нам... Да. Так. Нас... Да, значит, нам нужно следующее сделать. Вывести параметр. Параметр PhysicDef и параметр MagicDef Storage Slot Tooltip. Посмотрим, какие дефы у нас уже есть. Есть у нас Armor Physic Defense, да? И нам нужно вывести точно так же Armor Magic Defense. Перекопируем. И заменим на Magic. На Magic. Get Armor Magic Defense. У нас еще есть Check Armor Physic Def. Да, что он делает у нас? Он у нас проверяет броню. Я не очень понимаю, зачем нам тогда Get Armor Physic Defense, если у нас Check Armor Physic Defense делает, занимается тем же самым, да? Get Armor Physic Defense и Check Armor Physic Defense. Все, что он делает, это если объект есть, выводит значение. Если объект пуст... А, ну нам еще... здесь у нас нету этого. У нас вот этого нету, да? А здесь оно есть, да. Здесь есть определение по категории. Значит, тогда мы дублируем Check Armor Magic Def. Открываем его. Здесь нам нужно вывести Get Magic Defense, да? Get Armor Physic Defense. А что это у нас такое? Get Armor Physic Defense. А замечательно, у нас тут это работает. А это где у нас BPI Inventory Data? Сейчас пойдем делать и это. Так, BPI Inventory Data. Возвращает физическую защиту. Замечательно. Inventory Item Base. Ах, ясно. Inventory Item Base. Да. Замечательно. Так, Weapon Data, Armor. Да. У нас есть Get Weapon. Где у нас тут Physic Damage, Get Armor Physic Defense. И нам сюда нужно добавить еще одну, Get Armor Magic Defense, да? Да. Добавим такую же функцию. Get Armor Magic Defense. Значит, делать будет то же самое, что и Physic. Где она у нас? Armor, да? Вот это. Только не физическую, а магическую. Магическую защиту возвращать будет. Да, и, соответственно, здесь вот в арморах будет сидеть. Будет тоже конст, да, и return value будет float. Готово. Теперь нужно сделать то же самое в BPF. Где у нас это Inventory Item Base? Кто у нас занимается Inventory Item Base? Я же его открывал. Вот здесь это у нас есть, да? Это у нас кто? Inventory Pure Get, ясно. Создаем Get Armor Magic Defense и пишем Pure. Тыкаем сюда наш
обычный месседж и выводим результат. И надо перекопировать все вот это вот содержимое тоже туда. Возвращает магическую защиту и категорию. И, соответственно, это PureCost. Готово. 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 Появился у нас Get Armor Magic Defense. Естественно, мы здесь ничего не пишем. Это у нас на дочерних будет. На дочерке это у нас... Дочерка кто? Это у нас это броня, да? Нам нужно найти объекты. Armor Info. И здесь нам нужно override вывести Armor Defense. Вот, Magic Defense. Как и Physic Defense у нас вот этот вот, да? Только Magic Defense у нас будет... Magic Defense. Вот. Готово. Готово. Теперь нам просто нужно здесь вывести Get Armor Magic Defense. Вот так вот. И здесь тоже. А здесь у нас Get Magic. Давайте мы посмотрим, где у нас этот выводится. Physic Defense. А, и у нас, да, у нас теперь он отдельной таблицей, да? Magic Defense, да? Нам нужно создать еще такой же Get Magic Defense. Теперь у нас Magic Defense вне бонусов. Это основная стата. И мы выводим его сюда. То же самое возвращает магическую защиту. Готово. И, соответственно, здесь мы суем сюда Get Magic Defense. Вот у нас появился Magic Defense. Вместо физика мы суем сюда. Да, у нас Armor Magic Data, да. Чек готов. И теперь нам нужен Get Armor Magic Defense. У нас, в принципе, все то же самое остается, только единственное, сюда мы чек Armor Magic Def впихаем. Вот и все. По сути, одно и то же. Очень похоже. Так на другой функции. Теперь можно рефрешнуть еще разочек. Готово. Готово. Теперь у нас магическая защита будет показываться тоже 0. Magic Def по-прежнему 99. А я что, ему 99 делал? А, я же Magic Defense не вставлял, да. Да, так, Magic Physic Def у нас... Physic Def у нас имеет Get Text Block Physic Def. Magic Def у нас тоже будет Get Text Block. Magic Def. Get Magic Defense. Defense. Вот он. Ой, не тот. Get Magic. Блин, это не тот. А где тот? Get Armor Magic Defense. Да? А, у нас Storage Slot есть. Для тех, кто не знает, как функции называются. Вот они, Storage Slot Altif. Get Armor Bonus Magic Defense. Какое супер длинное название. Get Armor Magic Defense. Да. Armor Magic Defense больше у нас не бонус, поэтому та функция тоже теряет свой смысл. Готово. Ну, теперь 0. Теперь 0. Кост тоже 0. Никому не нужная деталька. Теперь что нам нужно сделать, это сделать visibility. Visibility мы можно, в принципе, сделать прямо отсюда, да? Прямо отсюда.
У нас, по-моему, тут где-то Physics Dev и Magic Dev были Visibility, да? Вот они, Physics Dev и Magic Dev Visibility. Да, они остались замечательно просто. Поэтому мы Physics Dev на Horizontal Box вешаем. Get Bonus... Где у нас тут? Вот, Physics Dev and Visibility. А на Magic Dev мы вешаем то же самое, только Get Armor Bonus... Magic Defense Visibility, да, если мы зайдем на них, мы на них, конечно же, не зайдем, потому что они в сторону Slowtip находятся. Но здесь принцип вот такой же, то есть точно такой же, если меньше нуля, то коллапсит. Готово. Теперь, если мы возьмем, посмотрим на нашу ожерелку, то мы обнаружим, что у нас, да, защиты никакой нету. Тут защита есть. Magic Dev, кстати, 0 почему-то. Тут тоже 0-0. А тут не 0. А тут 0. Очень странно. Меньше или равно 0, должно выводиться 0. А он выводит что-то непонятное. Так... А не должен. А, он deprecated выводит. О, господи, господи. Это же бонусы. Подожди, а какие бонусы? Никаких бонусов не идет речь. Get armor bonus physic defense. У нас get armor bonus. Так, меняем это все дело. Что еще за хрень? А, нужно просто, да, просто здесь поменять немножко. Get Armor Bonus Physic Defense. Нам нужно просто поменять на... Нам нужно просто здесь поменять Get Armor Physic Defense. Да, никаких бонусов здесь больше нету. И, соответственно, Get Armor Bonus Magic Defense. Да. Бонус Magic Defense Visibility, нам тоже нужно Armor Magic Defense. Get Armor Magic Defense, ну то есть мы бонусов здесь больше не показываем, нам здесь бонусы больше не нужны. И если я не ошибаюсь, так посмотрим, Find Reference. Да, больше нигде она не используется, поэтому ее удаляем. И Armor Bonus Magic Defense. Find Reference, она тоже нигде не используется, ее тоже можно удалить. Бонусы у нас все переехали в отдельные виджеты. Конечно же. Какие еще Physics Dev бонусы? Давайте тоже все удалим. Никаких Physics Dev бонусов у нас больше нету. Соответственно, вот эту функцию надо тоже удалить каким-то образом. Как ее удалить изнутри, я не знаю. А, так, ищем, где она. Тут у нас бонус атак, текст-блок Physics Dev бонус, текст-блок Magic Dev бонус, Visibility и Magic Dev Visibility. Удаляем. А еще можно, в принципе, что у нас тут еще? До того еще вот эти вот все тоже они уже не нужные, да? Где у нас тут бонус атак? Используется у нас где-нибудь? Непонятно где вообще. Да? Удалим? Да, у нас не используется. Бонусы. Удаляем все тут бонусы, которые у нас тут есть. А, все, я бонусы удалил. Speed бонус можно удалить. Бонус кит. Остается speed бонус. Get Vertical Box Bonus Kit. Кто это у нас? Vertical Box Bonus Kit. Где у нас Bonus Kit? Вот Bonus Kit. Get Vertical Box Bonus Kit. Он у нас используется, да. В принципе, вроде как лишнее поудаляли.
Да, теперь у нас там тоже по нулям все. Потому что ничего не прописано, поэтому все по нулям. И тут тоже все по нулям. А здесь нет нулей, потому что я там вручную прописывал. Да, тут физика есть по 20 единиц. Что успел, то прописалось. В общем, предстоит еще теперь все характеристики вбить, чтобы они сюда работали, и сюда вывести. И надо будет еще кое-что сделать. У него здесь есть итем категория, да? Вот. И нужно ему сделать, чтобы у него был список определенных вещей на вывод. То есть не по категориям, а по определенным вещам, потому что, например, я хочу... Я же это вроде делал. Нет, я это еще не делал. Например, я хочу, чтобы некоторые виды оружия не были доступны у продавца. Поэтому здесь будет rollname в список. Эти rollname будут все из таблицы. Нужно будет сюда вбивать те, которые... Наверное, мы сюда будем вбивать те, которых нужно исключить из оборота. Потому что так будет список короче, чем вбивать огромную кучу тех, которых надо показать. Вот, но это потом уже, когда мы там доработаем магазин, чтобы у нас... Потому что у меня по плану часть вещей не должно показываться в магазине. Вот, значит, на этой замечательной ноте у нас бонусами, виджеты бонусов у нас отображаются. Показатели статов у нас выводятся, если мы там в таблице поиграемся, у нас все выводится замечательно. Так, тестовые предметы у нас имеются. Вот, да, то есть тестовые предметы у нас есть, надо будет только характеристики им поставлять всякие разные и уже потом экспериментировать. Ну и соответственно, нам нужно теперь готовить статы персонажу. Да, то есть мы как бы предмет статы к предметам подготовили. Теперь нужно готовить статы персонажу. А чего тут нету? Вот это я. А, вот он. Атак и атак плюс один, да. То есть атак от 5 до 10 и плюс один сверху гарантированный. Это либо 6 будет, либо 11, ну, к примеру. Так. Персонаж. Значит, как попасть в меню персонажа? У нас есть выход через вот эту кнопочку. У нас есть эквипмент. И нам нужно как-то сделать так, чтобы можно было отсюда залететь в настройки персонажа. Например, кнопочка, либо буковка П. Буковка П это у нас персонаж, да? Да. Буковка П это у нас персонаж. Вот. И, соответственно, можно, кстати, вот это тоже кликабельным сделать. То есть не сюда выводить, это и у нас инвентарь будет, да? Equipment. А вот сюда вот просто натыкать на вот эту вот иконку. И вот, наверное, это будет круто. Тыкаешь на свой персонаж, и у тебя высвечивается все табло с характеристиками и описанием. Вот, теперь останется только сделать это табло. Так, нужно придумать, как оно будет примерно хотя бы выглядеть. Но можно и набросать просто в кучу все. Все характеристики в кучу. Да. Так, значит, как мы будем это показывать-то? Мне еще надо в голову прийти. В общем, прервемся тогда. На следующем видео продолжу. Не совсем длинное получилось, но мне нужно еще придумать, как это будет выглядеть все. Хотя, если можно набросать просто в кучку все. Просто в кучку набросать.
Ну, нам определенно нужно. Давайте тогда пока не прервемся. Я передумал. Как это назвать? Статс, да? Чар статс. Можно вот так вот назвать как-нибудь. Виджет этот. Да? Виджет, значит, где у нас он будет? Можно, кстати, тултипом еще сделать. Ну, нам, конечно, бы хорошо. Знаете, как я бы хотел, конечно, чтобы это у нас... где эквипмент у нас? Чтобы вот здесь вот еще был... Характеристики все его высвечивались. И можно еще сделать также характеристики, чтобы здесь высвечивались. Тултипом, когда наводишь на себя. Вот, да. Но пока, конечно, хотелось бы здесь, можно здесь сделать кнопочку. Вот эта кнопочка же у нас работает. Нет, не работает. Давайте мы ее сделаем, чтобы она у нас работала. Так. У нас же работает вот эта кнопочка. Какая у нас вообще кнопка работает? Вот эта кнопка у нас не работает или работает? А, у нас здесь вообще ничего нету. Да, серьезно, вообще ничего нету. Ясно, давайте сделаем, чтобы эта кнопка у нас была красненькой и она закрывала. Закрывала виджет. Крестик будет черненьким. Если я не ошибаюсь, то вот так же и она и закрывается. Remove widget from parent. Все arena base. Да. И вот сюда мы втыкаем себя, чтобы закрыться. Вот, сейчас мы попробуем. Да, работает. Замечательно, все работает. Кнопка работает. Значит, теперь мы сделаем еще одну кнопку. Еще одну кнопку сюда. Стрелочку какую-нибудь сделаем. Давайте еще один батон добавим. А, у меня уже common открыт. Horizontal box. И она, наверное, будет у нас здесь. Да. И, наверное, нужно ее еще оттянуть слева направо. Что-то у нас эквипмент как-то уже слегка налево отошел. Так, сюда мы вставим, наверное, текст. Да. Будет статс, да, кнопочка статс. Где тут у нее? Где тут у текста фон? А, вот он. Сделаем 12, чтобы поменьше был размером. И сделаем у него еще outline, чтобы его было нормально видно. Вот. Кнопочка статс. Она у нас будет открывать окошко со статами, которое будет появляться здесь. Это окошко. Для этого мы здесь сделаем, наверное, еще одно окно. Точнее говоря, как окно. Мы сюда виджет поставим, который у нас будет называться vcharStats. Да? Char. Вот, vcharStats. Вот здесь он будет у нас. Значит, будет у нас он состоять из бордера. То у нас будет бордер на весь экран черненький. Вот он, charStats. Вот так вот, наверное, будет. И здесь мы пропишем у нас характеристики все, да? У нас список характеристик есть. Нам только нужно его прописать.
который у нас есть. Так. Так, ну давайте поехали. Значит, здесь, кстати, можно показать имя персонажа еще раз для тех, кто в танке. Так, текст. Здесь имя персонажа будет, да? Ну, по центру, конечно же. А дальше у нас идет таблица статов. Еще один vertical box, чтобы отделить от char name. И здесь уже у нас горизонтал боксы, да. Таблица статов. Расцветки, наверное, я возьму с вот этих вот бонусов. Ну, просто он какой-нибудь возьму, вот этот вот. И вставлю сюда. Да, вот, нормально. Черный, можно какой-нибудь цвет тоже какой-нибудь, я не знаю. А куда у меня все расцветки делись? Все потерялось. Ясно. Так. Avoid S. Вот, в общем, да, вот такие вот нужно будет характеристики все. Значит, да прям, наверное, даже Armor бонус, Weapon бонус давайте потаскаем, чтобы не писать по 20 раз. Ну, бонус кит есть, да? Давайте у нас атак. Там. Атака. Так, вот сюда. Это у нас будет идти первым. Да? Потом дальше скорость атаки. Идет, да, у нас там weapon бонус, magic power, давайте еще magic power. Давайте вообще все перетащим. Че мелочиться? Берем вот так вот. Так, давайте все вот это вот удалим и заново ставим. Вот, единственное, что у нас... Надо будет потом как-то это отсортировать все, да? Значит, отсюда мы что уберем? Вещи, которые у нас будут доступны в статы из брони. Вот это можно убрать. Парирование можно убрать. Макс ХП. Да, это мы оттуда возьмем макс МП. Вот. Да? Отлично. Готово. Так, и теперь как нам это сделать? Нам, давайте мы сделаем горизонтал бокс, наверное. Ставим сюда горизонтал бокс, сделаем как бы две таблицы. Одна таблица вот этих товарищей. И одна таблица еще одна. Соседних товарищей, армор бонусов. Вот этих вот всех. Берем их всех и вот так вот. Сюда вставляем. Вот. Наши товарищи. Да. Мы видим все характеристики, мы молодцы. Так, теперь, наверное, это нужно как-то desired on screen. Вот так вот это будет выглядеть в сжатом виде. Наверное, в сжатом виде это все и оставим. Единственное, что я бы хотел в vertical box сделать все-таки, да, отступы. Вот, теперь нам нужно здесь просто галочку поставить size to content. И придвинуть поближе. Вот так вот. Вот так вот. Вот у нас бордер этот находится по центру, да? Ну, тогда, значит, и это тоже у нас будет по центру. И с той лишь разницей, что немного отодвинут. Например, на 400. Да, на 340. Сейчас выровняем это все. Минус 290. 250. Наверное, даже можно 240.
Да, нормально, что чутка влезает в края, но ничего страшного. Единственное, что вот здесь, видите, у меня почему-то не стыкуется, да, позиция минус 280 может делать. Нет, минус 300. Нет, минус 290. А чуть-чуть не стыкуется, минус 295, наверное. Минус 295. Минус 200. Да господи! Я, конечно, не перфекционист, но что-то вот мне как-то хочется, чтобы это выглядело посимпатичнее. Вот. Минус 293. И отодвину тоже. 242. 200. 242. 245. 245. Да. Да, угол в угол. Да, прям стык в стык идеально. Вот, вошло. Все, в общем, на эту кнопку мы теперь открывать будем вот это вот его статы персонажа. И сможем посмотреть, что у нас тут есть, что происходит, как у нас это все выглядит. Так, значит, chair stats теперь. А, у нас Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать изменения, да? Во-первых, нам self-hit test, наверное. И здесь мы биндинг сделаем, да? Вот, equipment logic у нас здесь будет char stats visibility. И у нас visibility у нас будет. И get character stats visibility. Там equipment return value. Вот это мы воткнем. Тоже pure const. Значит, get char stats visibility, вот так вот мы втыкаем и работает. Значит, по умолчанию она у нас там будет, по умолчанию она у нас будет collapsed, и соответственно каждый раз, когда мы будем мы можем сделать вот это вот, надо вот написать вот это вот, чтобы длинные слова не писать, и создадим функцию, которая у нас будет называться set. Set character stats visibility, значит, она у нас будет иметь вот это вот значение, да? Только мы здесь напишем не это, а мы здесь напишем вот это слово, безымянное. Точнее, даже, знаете, как сделаем? Нет, не так. New value мы поставим bool. Вот, а здесь мы сделаем select, ну потому что, например, дизайнеру не очень будет понятно, что там выбирать нужно. Я, конечно, понимаю, что дизайнеры, наверное, в этих штуках разбираются лучше, чем я, но удобнее будет просто галочкой либо true, либо... Вот true это visibly, да, а false это просто collapsed. Вот и все. Ну и просто это теперь нам. Так, этот char stats можно закрыть пока что. И, соответственно, нам здесь нужно что сделать? Нам нужно кнопочку вывести. Да. Button, нажатие на него приводит set character stats visibility. Вот, да. Ну, соответственно, flip-flop. Просто втыкаем сюда и все. То есть либо true, либо false. Вот и все. Кстати, мы можем даже лучше сделать. Нафиг этот дурацкие значения все. New value, нафиг этот new value. Мы можем сделать следующее. Select. И вот это вот сюда вставить.
Соответственно, если был visible, то делаем collapsed. Если было collapsed, то делаем visible. Во всех остальных случаях мы делаем collapsed. Вот. Ну, соответственно, вот эти вот два значения будут играться между собой. Открываем. Есть, нет, есть, нет, есть, нет. Видите, все работает замечательно. Можно прям играться, наиграться. Статы у нас все выводятся. Наше имя только не выводится сюда. Это надо исправить сейчас. Get char name. Get character name. Return, конечно же, это string. И мы сюда стыкаем, вытаскиваем наш, да, вытаскиваем Omnic Player. Controller, а, зачем нам controller? У нас есть player state. И здесь есть character name. Player name. Вот и все. А, это у нас аккаунт. Я извиняюсь, это имя аккаунта. Тогда нам нужно сделать следующее. Current. GetCurrentChar, GetCurrentCharInfo, а у нас это находится в PSParams, значит нам нужно достать PlayerState, в него воткнуть CurrentCharInfo, GetName, вот CharInfo, GetName, и втыкнуть сюда. Готово. Теперь у нас CharEquipment, где у нас тут CharName, нам нужно сюда вывести. А, это не здесь нужно было сделать. Это нужно было не здесь делать. Это надо было сделать в этой самом, в этом виджете. Charname. Так, event construct. Charstats. Да, наверное, придется здесь тоже сделать logic. Давайте по-быстрому его сделаем. Вот, и здесь уже создадим функцию, которая у нас будет get, ой, это переменная get character name. Вот так вот, и return value, тыкаем сюда. И делаем pure const. И character stats. Господи, что я пишу-то? Готово. Давайте по-быстренькому сразу ее воткнем. Настройки. Где у нас тут они? Так, делаем ее абстрактной. В char stats мы втыкаем родителя. Char stats. Logic. Да, в charStats Logic мы удалим вот эту вот canvas панель. Здесь его не должно быть. Ну и все, в принципе, в charStats, что нам нужно, это character name. Get character name. Да вот так вот прямо воткнем. Ну и все, и теперь если мы запустим. Да, у нас теперь здесь тест-чар. Вот замечательно, у нас тест-чар. И его все характеристики, которые пока по 99. Но это уже в следующем видео продолжим. Вот. Ну, дады, статы персонажа мы добавили. Замечательно, этого достаточно пока. Потом уже сделаем эквипмент. Влияние эквипмента на статы. То есть у нас статы будут изначально все по нулям. Вот. И когда мы что-то будем одевать, у нас статы здесь будут меняться. Да. На этом, наверное, все. На этом все, да. Все, и всем спасибо. И до скорых встреч.